Кофе не только напиток, но и материал для создания произведения искусства. Элла Ипполита из Манилы использует не просто кофе для работы. Она специально смешивает разные сорта бобов, чтобы получить нужные ей оттенки краски. На каждую работу уходит от 3 до 5 дней. Тут у меня арабика, робуста и некоторые другие сорта. Крепость имеет значение там, где нужно передать разную фактуру. Более того, фактура меняется и от уровня крепости. Иногда я смешиваю разные сорта, чтобы найти оптимальную тональность. Ипполита продает свои работы. Их стоимость колеблется от 100 до 1200 долларов. Художница готовит свою новую выставку. Ее произведения пользуются большой популярностью на Филиппинах.